Так, Александр, насторожило ваше высказывание о китайцах. Но поскольку мы в свое время не получили здесь 21 километр участок земли, чтобы построить тестовую трассу, если мы, конечно, получили в свое время, это больше 2 лет назад, то, наверное, уже к этому времени мы уже ее построили. Но нам землю не дали. Поэтому сейчас, как вариант, мы либо снова возвращаемся и получаем землю здесь, в Беларуси, либо делаем высокоскоростную трассу тестовую в Объединенных Арабских Эмиратах, где нам уже землю выделили. Но в любом случае, без тестовых трасс, где мы покажем скорости 500 км в час, мы на рынок не выйдем. Это просто останется красивой технологией, очень нужный всем, но буду ждать, что тогда кто-то другой доведет, допустим, китайцы или это, опираясь на то, что мы сделали, они покажут 500 км в час на своих тестовых трассах, и тогда у них будут покупать эту технологию, а не у нас. А как же патенты? Разве мы не защищаемся от таких вот китайцев патентами? А то так любой может тот же Siemens с большими ресурсами взять и реализовать эту технологию. Я слышу, что вроде как патенты у нас есть. Тогда непонятно, как китайцы могут ее реализовать. Но это опять же вот недостаточно знаний в этой области. Здесь, конечно, специфические знания нужны. Что такое защита? Допустим, взятой собственности или какой-то технологии. Причем технологии, которая в данном случае отраслеобразующая. Это очень сложная технология. Так вот, такие технологии защищаются десятками, даже сотнями тысяч патентов, чтобы мы знали. А чтобы они одном, двумя, тремя. На карандаш получено, просто на карандаш, получено более 10 тысяч патентов. Такой, сякой и так далее. На скрепку более 2 тысяч патентов. На аккумулятор порядка 100 тысяч патентов. На автомобиль несколько миллионов патентов. Поэтому защита – это не просто взял, там, написал форму изобретения, заявку отправил, получил патент и говоришь, о, я все защитил. А что же братья Райт не защитили свой бизнес? А кому нужна их летающая этажерка? Они показали, что авиация возможна, но они не создали продукт, который купят. Продукт, который стали покупать, создал Боинг, бизнесмен. И плевал, по большому счету, он на патенты братьев Райт, потому что он создал свои патенты. Развил эту технологию до патентоспособных решений, защитил уже свои. То есть никто не ворует один в один. Ворует идею, потом понимает, какие ошибки не надо совершать. Потому что не все гладко идет, когда ты что-то создаешь. И ряд ошибок совершается. Так зачем конкуренту это повторять, если он будет знать об этих ошибках? Он сразу может уже с чистого листа сделать более быстро, более правильно, вложив определенные деньги. Да? Так вот, некоторые компании имеют там тысячи патентов. Тысячи патентов, чтобы, допустим, защитить там монитор, допустим, ноутбук. Вот только на это. И тратит на это сотни миллионов патентований, сотни миллионов долларов. А чтобы защищалась отрасль, такого, ну, не было в истории. Не было, да? И патент, я сам патентный работник в прошлом, у меня несколько высших образований, одно из них это патентоведение и изобретательство, и колоссальный опыт. Я работал в Институте полимеров Академии наук Беларуси и возглавлял патентно-лицензионный отдел. Я знаю, что такое изобретательство, я знаю, что такое патент, я знаю, что такое лицензия. Я знаю, что любой патент можно обойти, любой. Вот дайте мне патент, я могу вам продемонстрировать, я его обойду. Я знаю, я умею это делать. Поэтому защищается не одним патентом, а защищается
зонтиком целым, всеми сопутствующими патентами. И это тоже не дает полную защиту, потому что все равно даже можно, образно говоря, выйти из-под зонтика и усовершенствовать какое-то направление, которое не защищено, и которое казалось бы неперспективным, но если что-то там доработать, оно будет перспективным. И тогда все, эта защита уже не работает. И поэтому умные люди, а мне кажется, я отношусь к этой категории, поступают по-другому. Они не все патентуют. Потому что патент – это инструкция для конкурента. Ты пишешь, что надо воровать. Вот. Это инструкция, как украсть. Больше какой патент, по большому счету. Так иногда надо патентовать то, что, в принципе, не надо реализовывать. Уводить конкурента в сторону. И показывать это, что вот оно, перспективное направление, мы это делаем, на самом деле это не перспективное направление. И на это патенты даже получаются. Все говорят, да, вот, и начинают вкладывать это деньги, и это, а потом через 2-3 года понимают, что это тупик. Поэтому патенты не защищают все. Больше защищает ноу-хау. Поэтому я могу что-то явно видное здесь запатентовать, допустим, телефон, тут 1000 патентов, 1000, даже десятки тысяч. Вот видно же, что тут есть экран. Ну, естественно, это надо говорить, там, дизайн и прочее, патентовать. Мы же патентуем тоже не только на изобретение, но и промышленные образцы, то есть это дизайн и товарные знаки, которые уже относятся к, ну, к имиджевой составляющей, так? Так вот, да, дизайн можно запатентовать, а вот из чего сделан экран, попробуй узнать. А зачем это патентовать? А пусть это будет ноу-хау. А за этим экраном, знаете, как много сложных устройств, чтобы по прикосновению пальца это все реагировало. Это же попробуй узнай, как это делается. Зачем это патентовать? Это ноу-хау. Лучше знаю, я знаю, другие не знают. Вложите миллиарды долларов, узнаете, но я вам не скажу. Поэтому вторая составляющая, что очень важно для защиты, ноу-хау. То есть патентование нужно, но нужно быть разумным. Вторая более важная составляющая – ноу-хау. Так вот, даже то, что вот у меня оценка, я, ну, сделан оценка моей интеллектуальной собственности SkyWay на 400 миллиардов долларов. Инновационная технология SkyWay создана инженером Анатолием Юницким. Начало создания технологии – 1977 год. Она представляет собой интеллектуальную собственность, стоимость которой по результатам независимой международной оценки в 2013 году составила 400 миллиардов долларов. Вначале этой собственностью владел сам автор технологии. Затем он создал группу компаний SkyWay и передал туда свою интеллектуальную собственность. Доли этих компаний, начиная с 2014 года, реализуются по системе краудинвестинга более чем в 200 странах и территориях. Оно как исключительно права на ноу-хау. Там очень много знаний, но в оценке эти знания не описаны, и в патентах, и так далее. Там не описано, как сделать уникальную аэродинамику. Это я знаю, это знают наши инженеры. Зачем это описывать, чтобы это знали наши конкуренты? Потом у нас очень много ноу-хау. Это касается и путевой структуры, и струн, и как ее их анкерить, как их натягивать, как их монтировать. И в заполнителе, который в рельсе. Мы огромное количество экспериментов провели, чтобы подобрать нужные композиты, которые должны 100 лет простоять, там, иметь определенные свойства и не релаксировать. И так далее, и другие там составляющие. У нас огромное количество ноу-хау в подвижном составе, даже в колесах, или там в подвеске, или в других узлах, элементах. Зачем мы это будем патентовать? Зачем об этом мы должны рассказывать другим? Потому патентуется зонтично, и именно я выбираю стратегию патентования, как профессионал в этой области. А могу сказать, что таких профессионалов в этой части поискать надо еще, даже на просторах бывшего СССР.
Потому что когда я возглавлял патентное дело в Институте полимеров, наш институт занимал первые места в СССР по изобретательству. Первые места в СССР по изобретательству. Можно сказать, впереди планеты всей мы были в этой части. Это я делал. У меня есть колоссальный опыт в этом направлении. Колоссальный. Да? Я его, естественно, использую, эти знания и опыт. Поэтому вторая составляющая – это ноу-хау. Есть еще одна очень важная составляющая – кадры, кадровый потенциал. Ну, возьмите чертежи на Мерседес, как в СССР брали. Покупали Мерседес, разбирали на детальки и пытались повторить. И не получается повторить. Не получается, потому что они не знают этих ноу-хау, которые знают кадры, инженеры Мерседес. И они кадровый потенциал создавали десятилетиями профессионалов по каждому узлу, по каждому элементу. Оборудование, там, дизайн и так далее. Там должны работать профессионалы. Команда, которая стоит дороже заводов, фабрик и патентов. Кадры. Школа научная, инженерная, производственная, строительная. Так мы это делаем. Я создал эти школы. У нас есть уже профессионалы. А у китайцев их нету, профессионалов. Поэтому нельзя прийти, увидеть и повторить. Так вот, СССР не смогли сделать Мерседес второй. А делали москвичи, Волги. Там, у меня тоже была Волга, помню. Когда в Москве работал на БК Юниско, так я удивлялся, что как водитель работает, потому что когда он едет, у него руки вот так вот, как будто он отбойным молотком. То есть руль дрожит. Кнопку передач там переключает, там что-то трещит. И вот такое ощущение, что где-то что-то сейчас отвалится. Там действительно, километров тысячу приедешь, и что-то отвалилось, да? Вот такие машины делали. Хотя не надо думать, что наши инженеры там более тупые или более глупые, чем немецкие инженеры. Нет. Причина в другом. Нет вот этих школ, нет команд. Их никто не создал. И поэтому защита, и вот защита любой технологии, она складывается из трех составляющих. И они у нас все есть. Патентование. Причем патентование в тех странах, где мы будем работать, а не где, да, у нас не будет. Потому что патентование – это дорогая штука. Вообще, чтобы запатентовать какое-то изобретение во всем мире, это стоит порядка 100 тысяч долларов. Если будет 1000 изобретений, вот выкладываю 100 миллионов долларов на патентование. Естественно, я по-другому делаю и экономлю деньги. Да? Вторая составляющая – ноу-хау. Они созданы, они есть, их много, их сотни, если не тысячи, и крупных, и мелких. И они были раньше в моей голове в основном, а сейчас они уже в головах нашей команды инженерных работников, конструкторов, производственников, там, прорабов, мастеров и так далее, дизайнеров. Потому что создана инженерная школа Юницкая в области Skyway. И поэтому, имея вот эти три составляющие, мы не боимся, что кто-то придет, в том числе китайцы, и просто возьмут и украдут. Они могут сделать по-другому. Они видят, что струнное направление работает. Юницкий прав. И вот эта технология, она действительно, транспортная технология, будет главной в 21 веке. Потому что она более безопасна, более экономична, более эффективна, более экологична и так далее, и так далее. И поэтому они начнут в это направление вкладывать деньги, крупные деньги, даже те же миллиарды долларов. И просто тот путь, который я проходил, допустим, за 20 лет, или там 40 лет, они пройдут за там, 2-3 года. И они это показывают, эти возможности. Потому что у них уже свои поезда на магнитной подушке, у них уже свои высокоскоростные железные дороги. Хотя они брали в той же Германии или во Франции прототипы и так далее, да, скоростных дорог. Но они создали свое направление, ввалив туда огромные деньги. Вот что они могут сделать. И они это перейдят, если мы вообще остановимся, не будем ничего делать. Но мы же работаем. Мы создаем новое ноу-хау, мы создаем усовершенствование и так далее, и все равно впереди. Впереди те же китайцы.
Поэтому главное не останавливаться в развитии, в работе. А братья Райт этого не понимали. Они делали эту жертву летающую, она прилетела там 6 секунд, потом упала. И они думали, все, бизнес состоялся. Получили патенты и ходили, купите патенты. Купите патенты, вы не имеете права делать самолет. А те говорят, да не будем мы твои самолеты делать. Мы будем другие самолеты делать. И твои патенты эти самолеты не защищают. Таким образом, не пугайтесь моих слов о китайцах. Я думаю, вы поняли после моего развернутого ответа. Их не надо бояться. Star Club. Возможности безграничны.